В Алматинской области растет число жертв финансовых пирамид. В прошлом году в Алматы вынесен приговор учредителям ТО «Финстатус». Представители компании обманным путем принимали у граждан деньги с обещанием нереально высоких доходов. Участниками оказались горожане, жители области. Однако, несмотря на подобные примеры, число любителей легких денег не уменьшается. Незаконная деятельность предприятия «Квеста Холдинг», которое, по словам прокуроров, имеет все признаки финансовой пирамиды, установлена в Панфиловском и Талгарском районах. В Аксусском районе в одной из таких сомнительных сообществ подписалось более 100 человек. В итоге все они оказались обманутыми. По данным фактам ведутся уголовные расследования. Посчитать количество вкладчиков практически сейчас не является возможным. Расследование сейчас только началось. В принципе, всех потерпевших будем устанавливать в ходе следствия. За финансовую пирамиду предусмотрено, за создание и рекламу даже, предусмотрена административная и уголовная ответственность.